Так, друзья, сегодня 15 января, 12 часов дня уже пробило. Я была в магазине, и вот такую распаковочку вам сейчас сделаю. Вот такую распаковочку в нашем мясном магазинчике. Сейчас скажу, сколько что стоит. Заплатила 28,90. Это за вот такой кусочек сала. Они там взвешивают. Он перченый, с травочками. Всегда у них беру и всегда удачно. Нету такого, чтобы был жесткий. А здесь не написано. Ну, в общем, 28,90 это вот это. И потом я еще сказала, у меня деньги остались, я еще вот это возьму. Вот, это луганики. Варить их надо, то есть их сырыми не надо кушать. 10 штучек за 10 франков, то есть одна штучка 1 франк. Оферта, то есть... Вот такая вот смешная цена. Здесь у нас колбаски. Вот я вам уже говорю, в Испанию поедем. Что будем без колбасок делать? А он говорит, ну что ты, дорогая, там тоже есть. Вот я хочу сказать, что с немецкой Швейцарии приезжали сюда, пробовали, все делали, научились, уехали. И не получается. Не то там вода другая, не то мясо другое. Ну, в общем, вот такие вот. Знаете, из чего? Это свиной жир, соответственно, и лошадь, да, или конь, как правильно назвать. И это у меня 2 кусочка печени сегодня на ужин. Прям взяла... Хочется иногда печеночки покушать. Печень говяжья, потому что Марко мне запретил брать печень свиную. Как-то мы взяли пару раз, и ему не понравилось. Вот такие 2 кусочка. А значит, вот 2 кусочка печени, сало и колбаски – это 28,90. Ну, 30, пускай, грубо говоря. 40 франков отдала. Вот 1,10 € мне дали сдачи. Вот такая вот коротенькая зарисовочка, распаковочка. Распаковочка. Соответственно, я хочу вас еще поздравить с наступающими. Какие у нас планы на сочельник? Мы заказали место в ресторанчике. Будем с детьми. Так мне нравятся вот такие вот снежинки, очень красивые. Будем с детьми, 5 человек, соответственно. Вот такую вот еще игрушку я, знаете, что? Что-то покупала и нам давали в подарок. Это ручная работа. После ресторана мы идем в церковь. Ну, дети, не знаю, пойдут или нет. Эти я докупала игрушечки. Знаете, в таком типа секонд-хенде. Вот. Шарик и обтянутый тканью, друзья. Вот вы его можете увидеть. Эти покупала упаковочку, но что-то как-то я их раздарила. Мне осталось еще, по-моему, есть еще из деревянных такие игрушечки. Это нам тоже кто-то придарил упаковку. Они очень легкие, из бумаги сделанные. Вот эту вот бутылку вина покупали, и вот такая была игрушка. Тоже из дерева. Это мы покупали. В общем, все, что здесь есть, вот эти мне тоже очень нравятся. Легкие, пластиковые. Вот у меня их достаточно. Темно, наверное, надо свет зажечь. Но хочу сказать, что наряжать елку очень приятно.
Вот эти вот тяжелые игрушки. Они прям, не знаю даже из чего, но такие массивные. Массивные. Эти мне надоедало их по одной штучке вешать. Я взяла их, соединила, и вот они у меня вот там вот голубые, вон они висят. Видите, много их. По несколько штук. Вот эти вот тоже мелочь пузатая. Так, что вам еще показать? Интересная вот такая. Тоже покупала, кстати, в секонд-хенде. Просто многие уже, у кого дети выросли, у кого лишние остались, покупают. У меня подругой что-то там все налепило, как колхоз. А мне нравится, когда все цветное. То есть красное с золотом идет вот так вот сочетание, а серебро идет с голубым или синим. И вот такие вот тоже коричневые идут тоже с золотыми. Я говорю, а мне нравится, когда все разное. Я же не буду подстраиваться. Вот мода такая, мода сякая. Вот я вам говорила вот про такую игрушку. То есть я их раздарила. Еще где-то у меня звезда есть, но не вижу я этой звезды пока. Ладно, я вам желаю всем здоровья, удачи, долгих лет жизни. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На улице у нас 3 градуса тепла, дома 19. Сейчас зажгу камин и будет. Жизнь удалась. Ну вот как-то так. Как сказала в коротком видео, что у нас не видно голубого неба. Вот такое все серенькое. И вот посмотрите, шапкой накрыла Симана. Обещают снег. Но выпадет ли он у нас? Я думаю, что выпадет, потому что сейчас вот с девочкой разговаривала. Ходила к зубному, кстати, о птичках. Занимаюсь сейчас зубным, и поэтому у меня половина лица не чувствует. А вот. И она говорит, да, наверное, у нас здесь будет дождь. Я говорю, с какой перепуга дождь, когда вот 3 градуса тепла. Нарядила, положила туда, повесила. Блин, ну как сказать? Да, наверное, повесила. Шарики такие светящиеся, они зажигаются, когда стемнеет. И там они на батарейке солнечной. Но будут вчера они, вот когда я их положила, все вроде они зажглись, но часа, наверное, через 4, уже поздно ночью, я смотрю, уже ничего не светится. То есть у них там заряд небольшой. А почему небольшой? Потому что видите, какое небо. Солнца нет. Хотя оно заряжалось несколько дней у меня лежало на солнышке. Ну, значит, как-то вот. Потому что не первый год мы им пользуемся, второй, наверное, уже как-то все. Поэтому вот такие вот солнечными батареями не особо они долговечные. А пока никаких особых новостей нет. То есть сказала, что мы идем в ресторан, потом мы идем в церковь. Обычный стандартное Рождество. Этот цветок я еще не обрезала, как видите, я его начала обрезать, ну и погода испортилась, поэтому я уже ничего не делаю, чуть-чуть попозже. А эти все, смотрите, обрезала цветы нормально. Жизнь удалась, как я всегда повторяю, потому что действительно оно так. И вам того же желаю, чтобы что-то поменять, поменяйте свое окружение, поменяйте свое место работы, место жительства. Посмотрите, конечно, кто-то скажет, ну да, придумала, сложности такие. А вот из комфорта выйти, даже если он не особо комфорт, это, да, стрессово, а делать надо, потому что мы пришли сюда получить именно опыт жизненный. И с собой ничего, кроме него, не заберем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!